Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня я скажу слово по сегодняшнему апостольскому чтению. Сначала прочитаю на русском языке то, что только что читалось на церковнославянском. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера, но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Мы уверены о вас, Господи, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и терпение Христово». Вот основная часть моего сегодняшнего слова, она будет о предании церковном. Но я не могу обойти стороной первые слова апостола, где он говорит о благодарности. То есть он говорит: мы же всегда должны благодарить Бога за вас. Благодарность Богу и благодарность вообще, в том числе и к людям, через которых Бог нас руководствует в вечной жизни, очень важная часть христианской жизни. Мы должны благодарить Бога и людей не только за благодеяние, но и, как нам кажется, зло и несправедливость по отношению к нам. Каждый из нас, особенно поживший на этом свете, может вспомнить немало примеров из своей жизни и жизни близких и знакомых людей, когда что-то неприятное и даже скорбное происходило в нашей жизни, и эта скорбь направляла наши мысли, наше сердце, наш взор в небо. И за эти скорби мы должны быть благодарны Богу и учиться не осуждать людей, через которых эти скорби вошли в нашу жизнь, помня, что и сами мы часто являемся причиной скорби для наших близких. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите», пишет апостол Павел в послании Фессалоникийцам. То есть это такое правило жизни для христианина. Слава Богу за все, и за скорбь, и за радость. Теперь о предании. «Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим». Здесь апостол говорит о предании церкви. Замечу, что написаны эти слова были в то время, когда, по сути, еще Евангелие в том виде, в котором мы имеем его сейчас, не было. И оно передавалось устно от очевидцев событий, пересказа друг другу в письмах. И уже в первые годы христианства люди начали привносить в эти пересказы нечто свое личное, а иногда и придуманное. Именно об этом и говорит апостол стихом ниже: «Чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера». То есть эти беспорядочные и лукавые люди появились в первые же, можно сказать, дни христианства. Что за предание, о котором говорит апостол? Приведу простой пример из жизни. Вот церковь – это как одна большая семья, состоящая из людей. И как в обычных наших семьях есть семейные традиции, есть предания, рассказы стариков, так и в церкви то же самое. В каждой семье есть письма, написанные друг другу, есть какие-то документы, есть даже аудио- и видеозаписи семейных событий. Но никому в голову не придет утверждать, что совокупность этих материальных свидетельств и есть полнота жизни данной семьи. То есть нельзя о моей семье судить вот по этим отрывкам, находящимся на материальных носителях. То есть любой человек скажет, что это только самая малая часть реальной жизни моей семьи. И лжет человек, который будет утверждать обратное. Потому что лгут люди, в том числе и называющие себя христианами, чаще протестанты, которые утверждают, что достаточно жить по Библии и спасешься. И при этом протестантские секточки продолжают дробиться и размножаться. Каждая секточка заявляет, что именно ее члены живут по Библии,
а все остальные заблуждаются. И это дробление, то есть вот развал, распад, разложение, есть главное доказательство того, что эти люди не держатся правильного изначального понимания Писания, не живут по Библии, а живут по своему личному, ограниченному мнением, пониманию Библии, отметая тысячелетние традиции и предания Церкви. Преданием является не только написанное, но и передача духовного опыта посредством личного примера. Это реальные жизни реальных людей, которые жили и спаслись, то есть плоды Церкви. То есть жития святых – это тоже часть предания. Частью предания является передача благодатного освящения посредством церковных таинств. Богослужение Церкви также является частью предания. Если сказать коротко, то Писание, то есть вся Библия, является частью предания, притом не самой большой. И в Писании мы видим прямое подтверждение этому. Читаем у апостола Павла в первом послании к Коринфянам. «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание, так как я передал вам, ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». Апостол Иоанн во втором своем послании пишет: «Многое имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна». И позже апостол Иоанн, заканчивая свое Евангелие, которое было написано последним из книг Нового Завета, пишет: «Многое другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь». Что это, если не прямое указание на то, что Писание – только малая часть огромного целого предания Церкви? Призываю вас и себя быть трезвыми и разумными. Не будем принимать на веру то, что говорят нам разные люди. Будем изучать предания Церкви, Писание, богослужение, жития святых, труды отцов Церкви, историю Церкви и мировую историю. Внимательно слушать, что говорят священнослужители, которые сюда не с улицы попали. Сейчас практически каждый священнослужитель имеет высшее богословское образование. И доверять словам священнослужителей гораздо безопаснее, чем каким-то людям, которые стоят даже среди нас в храме и что-то нам говорят. Я их называю «знающие правдорубы», «знающие» в кавычках, которые с умным видом заявляют, что все в церкви не так, как надо, и нам надо быть такими или такими. К примеру, все православные должны быть монархистами. И стоят на своем. Ну, ложь 100%. Нет этого в предании Церкви. Нет и утверждают, не надо лечиться, обращаться к врачам, уповать на волю Божью. Ересь чистой воды. Не надо православным ставить прививки. Это из той же оперы. Это к православию не имеет никакого отношения. Это обычный страх обычного человека и паразитирование на людях, которые ставят прививки и этим останавливают эпидемии и сохраняют жизнь этим же боязливым товарищам. Некоторые заявляют, что патриарх встретился с Папой Римским и стал еретиком, и теперь его нельзя поминать в храмах. Вранье, не имеющее ничего общего с преданием Церкви. Эту ересь распространяют так называемые непоминающие, запрещенные в служении закононические, а иногда и уголовные преступления бывшие священники. С одним из них я был дружен много лет, Алексей Мороз. Написал очень много книг. Пока он и ему подобные служили и получали доход, все было хорошо. Теперь же все плохо, после того, как их запретили за их преступления. Надо же на что-то жить, а работать мы не хотим и не умеем. Будем лгать на патриарха, на церковь и доить наивных людей. Ловушкой для наивных людей является и так называемая молитва по соглашению, очень популярная сейчас в интернете, где люди объединяются как бы в группы и молятся за что-то или за кого-то конкретно, при этом за деньги. То есть идет активный сбор денег. Но кроме, мало того, что это деньги, это, в общем-то, скажем так, опять же, ересь чистой воды. То есть идет подмена православия на какую-то народную магию. И всем этим процессом руководит теперь уже бывший и осужденный, в том числе и за эти действия, бывший священник Владимир Головин, который сейчас из себя изображает мученика, и его последователи там опять поносят церковь, защищая этого человека. Вместо того, чтобы покаяться, он продолжает свою нечестивую деятельность. И многие-многие еще подобные случаи в церкви, то есть их просто не перечесть.
Мы постоянно с этим сталкиваемся в нашей жизни. Помните главное, нельзя быть доверчивыми. Церковь учит все исследовать и обо всем рассуждать, не верить даже явлениям ангелов. И даже если сам Господь Иисус Христос нам явится, то можно не принимать это и не верить этому, и Господь вас не осудит, скорее похвалит за ваше недоверие в данном вопросе. А если какие-то вопросы возникают у вас, вдруг, сомнения, то, опять же повторюсь, подойдите к священнику, священники доступны в нашем храме, целый день, с утра до вечера, задайте вопрос, и никто вам не откажет, с вами поговорят и все объяснят. И помним еще раз, напомню слова апостола Павла, чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей. То есть бегите от этих людей и не слушайте их басни. Закончу словами апостола Павла из сегодняшнего чтения. «Сам же Господь наш, Иисус Христос, и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом, утвердит вас и сохранит от лукавого, управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово. Аминь».